Так, против кого мы играем? Воу, эльфы. Так. Так. Ладно, давайте так. Отдает нам право первого хода. Обычно, если первым Виллентреттенмерта выложить, то ничего этого хорошего не будет. Но тут против эльфов он вообще не играет. Просто оставил, потому что золотой Виллентреттенмерт. Нет у них сильных карт. Это такой эльф. Через краснолюдов. Та-да-да-да-да-да-да. Тогда так. Белка, скачи. Да. Ну. Ок. Дальше. Зараза. Ах ты. У меня нет этого типа, который бы его разблокировал. Я его разменил, да. Надо было, кстати, это предвидеть и поменять, ну, его оставить. Ну, благо, ему все равно карту какую-то сейчас выкладывать надо. И у меня еще есть ход в запасе. А, ну, ой, так. Много, окей, давай. Давай, бро. Ну, опять же, мы заставили его потратить пугало, хотя сами тоже потратили. Карту героя, хотя тоже сами потратили. То есть непонятно, что мы на самом деле выиграли этими всеми событиями. Совершенно непонятно. And no one fucking with me. Ну есть у нас, да что такое, Шала не хотела ходить, говорит, давай ты кого-то другого пошлешь, давай, говорит, мордрём ты вместо меня. Пас. Он пасует. Нет, не пасует. Непонятно, что он делает. А, лол, у нас же был рассвет. Вот это я туплю. Мы же могли рассветом призвать... О, господи. Да. Ладно. Ну, то есть, ну, тут не факт, конечно, но можно было бы и попробовать. То есть, у меня на самом деле бронзовых карт в колоде всего 1, 2, 3, 4, 5. И одна из них в руке. А две из них как раз те, которые снимают золото. То есть, в колоде оставалось из 5 карт 4. Ну, 50 на 50 был шанс достать. Ну... Ну, хотя вот эти вот 50 на 50 шансы, может быть, оно лучше и... И... Ну, тут мы пасуем. Чтобы хотя бы по картам с ним сравняться, ну, что вообще невозможно. Если сейчас ходить, вообще, мы не факт, что раунд выиграем, потом там, ну, снежным комом накопится, и у нас вообще будет все ац-ц-ц-той.
Если у него там есть крепкая карта, которая переходит в следующий раунд, тогда хорошо, но тогда бы он уже сразу ее сыграл. А если он ее не играет, возможно, ее нет. У нас в сбросе одна карта всего лишь. Шала. Да уж. Сиськи милители, ну ты зануда. Карта бесполезная, зато смешная. Оу, щет. Оу, щет. Ну, 50 на 50 шанс. Пью. И он понимает, что сейчас ему будет больно. Вторым ходом убьем его. Если он его не забафает. Нам важно, чтобы стреляло. Трибушет стрелял. О, куда же ее ставить? Надо друг другу помогать. Давайте так. Но можно было Мерктабраки сыграть, но мне кажется, это было бы слишком просто. Да. Скверные раны, но жить будешь. Надо было, кстати, играть эту Шани, тогда бы было бы больше. Надо. Ну и чего? 3-2-1. Вот, кстати, ошибка. Я не посмотрел, что в отбой. Я думал, там две карты. И надо было раньше трибушет выводить. Но мы в итоге выигрываем. Но